Медовый Спас празднуют сегодня православные верующие. В храмах в эти минуты проходит праздничная литургия, а после службы – освящение меда. По давней народной традиции в этот день пасечники начинали собирать новый урожай целебного лакомства, остальным разрешалось его пробовать. Но перед этим важно его освятить. Я иду, освящаю, всегда с внучкой ухожу, а потом уже всем раздаем своей семье на оздоровление. Светлый, хороший праздник. Пчелы приносят только пользу нам. Мне уже 80 лет как-нибудь. И вот я каждое утрочко, это самое, ложечку меда. И тогда, ой, так хорошо. С этого дня начинается Успенский пост. Он длится 2 недели и завершается праздником Успения Богородицы. С Медового Спаса начинали отсчет последних летних дней.